центральной джума мечети села Каратах Вахского района состоялся республиканский маджлис алимов Дагестана. В маджлисе приняли участие полномочные представители муфтиатов в территориальных округах, имам районов, религиозные и общественные деятели республики. Открыл богоугодный маджлис заместитель муфтии Республики Дагестан Идрис Асадулаев. В своем обращении он передал слова приветствия от имени муфтия Республики шейха Ахмада Афанди и рассказал о пользе благодатных маджлисов для верующих и воздаяния от Всевышнего за посещение подобных мероприятий. В своих выступлениях богословы говорили о благом нраве, пути тасавуфа, воспитании подрастающего поколения и поклонении Всевышнему. В завершении мероприятия Идрис Асадулаев озвучил решение муфтиат Республики Дагестан о назначении имамом центральной джумы мечети села Карата Ахмада Кураева, который также является имамом муниципалитета.